Сегодня я расскажу вам небольшую хитрость, как можно избежать небольшого штрафа. Очень часто так бывает, что за незначительное нарушение вас пытаются оштрафовать. Не включили поворотник, нарушили рядность движения, либо еще какой-то такой небольшой проступок, в том числе и, допустим, не пристегнутый ремень безопасности, не включенные фары. В этом случае, если не велась видеосъемка вашего нарушения, никогда не соглашайтесь с тем, что вы виноваты. И после того, как инспектор озвучил вам нарушение, скажите фразу: «Хорошо, составляйте протокол, но учтите, что я не согласен, что нарушил ПДД. Я веду видеозапись и буду оспаривать протокол в суде». После этого практически любой сотрудник ДПС вас отпустит. Ну, примерно, наверное, в 90% случаев, если вы скажете все грамотно. Потому что не каждый сотрудник ГИБДД за такое мелкое нарушение готов писать рапорты, объяснения, ходить к вам в суд для того, чтобы вас наказать за данную статью. Если вы, конечно, поведете себя немножко неправильно, начнете ему грубить, угрожать, либо еще что-то, то сотрудник ГИБДД может пойти на принцип. Все-таки решит заполнить протокол, то вам не повезло. Есть, конечно, и другие уловки, но они будут позже. Всего доброго, не нарушайте и не будете наказаны.